Но сегодня я здесь говорю не про мясное скотоводство, как про бизнес, хотя подача была великолепная. Спасибо, как нарочно, как сговорились. Значит, смотрите, мясное скотоводство во всем мире – это свинья на домашнем хозяйстве, подъедающая остатки из растениеводов. Мясное скотоводство – это не везде откормочные площадки с перевариванием зерна. Это в первую очередь маточные стада, гуляющие по пожненным остаткам, по стерне и подъедающим отходы, которые возникают во всех этапах производства растениеводов. Когда мы считали для Узбекистана крупнейшую откормочную площадку на 20 тысяч голов одновременного содержания с четырьмя циклами, у них нет ни воды, ни кормов, и поэтому они на поливе собирались делать кукурузу для откормочной площадки. Так вот, остатки кукурузных стеблей обеспечивали содержание молодняка 4 месяца. То есть мы посчитали количество зеленой массы, оставшейся от кукурузы, и скот жил, мог жить там 4 месяца, просто потребляя то, что стоит в поле. Поэтому вопрос заключается в том, что мясное скотоводство – это тот технический инструмент, но именно в вопросах маточного содержания, выпаса животных по площадкам, которые позволяют растениеводам все отходы, все, что они не смогли собрать, все, что у них потеряно, превратить в мясо, которое они продают дальше на откормочные площадки. Сегодня маржа примерно такая. Теленок, которого в 6-8 месяцев вы получаете от коровы к концу года, и весит он 200-220 килограмм, на откормочной площадке в России продается в центральной части от 250 до 300 рублей за килограмм живого веса. То есть фактически вы получаете 15-20 тысяч рублей с одной головы теленка, при том, что содержание маточного поголовья – это технически, они должны шарахаться круглый год по вашим полям после уборки и подъедать все то, что у вас там осталось. То есть в этом смысле очень важно понять, что я не призываю вас к инвестициям в мясное скотоводство. Это отдельный сложный бизнес, и ни в коем случае в этом смысле просто идти всем в мясное скотоводство смысла нет. Но есть одна такая хитрая штука. В Америке 95 миллионов голов мясного стада. Как вы думаете, откуда у них еда? Это потому, что они потребляют все, что есть в растениеводстве штатов, и поэтому штаты хорошо себя чувствуют, производя кукурузу и все остальное. На сегодняшний день Россия не имеет поголовья. Мы завозим 300 тысяч тонн говядины ежегодно. Минсельхоз, я буду более мягок по отношению к заместителям министра, но тем не менее, 3 года подряд Минсельхоз России, у меня официальные письма, что, Роман Славович, мы точно в 2024 году не будем это делать, рядом у меня лежит письмо, мы это сделали, просто 2 письма, уговаривает правительство Российской Федерации беспошлино завозить бразильскую говядину нам на рынок. Нет, нас не ограничивают в экспорте, нам нечего продать. Но нас завозят беспошлино. И сегодня говядины в России не хватает. И мы находимся в смешном положении, чтобы 300 тысяч тонн говядины, которые мы съедаем последние 5 лет и платим за это деньги, было произведено, где-то должно появиться 2,5 миллиона коров. Для содержания 2,5 миллионов коров нужно 4-5 миллионов гектаров земли. Корова, повторяю, ее жизненный цикл не сдохнуть. Улавливаете? Вопросы привесов не стоят. Вопросы накопления жира не стоят. Она должна быть здоровой фитнес-девушкой, гуляющей по полям, которая выпаивает своего теленка. И в этом смысле вопрос... Зачем я здесь? Это не вопрос мясного скотоводства, это вопрос, а где взять денег растениеводам, когда денег нет? Так вот один из вариантов. Даю пример. Господин Гордеев, после того, как был министром сельского хозяйства, стал губернатором Воронежской области. 2010 год, мясного скотоводства ноль в Воронежской области. 2016, 100 тысяч голов мясного стада. Откуда? Распоряжение губернатора о запрете забоя выбракованного молочного стада, выкуп за счет субсидий правительства, покрытие мясными быками
этих животных, 30% снова в мясо, потому что не смогли принести теленка, 70% поголовья остаются в строю, выгоняются на поля, на пастбище, приносит поместный скот, который уходит на откормочные площадки. Телочки в дальнейшем воспроизводство, бычки на мясо. Сегодня Воронеж один из самых сильных игроков по мясному скотоводству в России. И потребление всех видов растениеводческой продукции там выше, чем во многих других регионах России. В связи с наличием спроса на низкое качество соответствующего зерна, на солому и на так далее, так далее, так далее, так далее. Поэтому сегодня я здесь для того, чтобы просто раскрыть вам простую вещь. Для того, чтобы накормить на сегодняшний день Россию, нужно в 4 раза увеличить поголовье скота в стране. Для того, чтобы этот скот где-то гулял, нужно оградить площадки, где этот скот может доесть то, что вы не убрали. Улавливайте связь. Поэтому ваши инвестиции – это дешевый скот, способный жить на улице круглый год, включая холода, который доедает то, что вы бросили, потому что вам некогда было этим заниматься. И дальше крупные откормочные комплексы в России – которые испытывают дефицит в скоте. Александр Алексеевич, вы же готовы покупать бычков от ёмыша? Вот, сидит покупатель, готов контрактоваться. 7000 голов откормочная площадка. Мучается, ищет 1500 километров вокруг себя бычков от ёмыша. Вот, не, ну он уже сказал, что он знает, все в порядке. Вот, но вопрос-то в другом, подчеркиваю. Для Российской Федерации обеспечение мясом говядины сегодня, это даже не вопрос внутреннего рынка. На сегодняшний день, я вам скажу цифры, я не ратую за Китай, вот сейчас, чтобы меня правильно поняли. Я просто хочу показать соотношение масштабов. Да? Значит, Российская Федерация за последние годы производит примерно 1 600 000 с чем-то тысяч тонн говядины. 1 650 000 тонн. Из них всего 20% мясное скотоводство, остальное отходы от молочки. Китай в последние 2 года импортирует недостающую ему говядину в размере 2 800 000 тонн. Причем мы едим 14 килограмм говядины, а они 5. И они собираются есть 7. Вот и все. То есть если мы есть перестанем говядину, мы китайцам помочь не сможем. Поэтому в этом вопрос заключается в том, что рядом Узбекистан, 70 000 тонн говядины, которым негде взять, Таджикистан, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия. Мы не доберемся до Китая. Вопрос, где взять сырье, то, что вы умеете выращивать. Так вот, выращиваете сразу 2 биоорганизма. Один колос, другой теленок. На остатках этого колоса. И будет счастье. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Александр. Кукурузу выращиваем на зерно? Конечно, когда срезаете початок, да, на что угодно. Мясной скот, в отличие от молочного, требует жвачки. Он должен 12-20 часов жевать. Поэтому главная корма для мясного скота – солома. Сено хуже соломы. Солома для мясного скота лучше. Поэтому, говорите, нет мяса у нас в стране. Не-не-не, у нету собственного производства удовлетворяющего. А мясо есть бразильское, уругвайское, белорусское. Почему тогда рынок так реагирует? Почему цены как были год назад по 100 рублей килограмм живой вес и сейчас по 100 рублей? Значит, 2 недели назад тульский переработчик купил у нас на бирже 360 рублей килограмм за килограмм живой массы, бычков 220 килограмм на откорм. Это у вас на бирже? На Мираторг, средние цены от 240 до 280 рублей. Менеджеров цены такие? Нет, прямые покупки. Как, я как союз задаю вопрос, мне отвечают. Живой вес, да. Покупатели, которые
200 рублей возьмут. Слово «пришлите». Знаете, это бизнес по-русски. Я вот сижу, и никто не приходит, денег не дает. Не-не, ходить не буду, мне некогда. Ну, ведь плохо в стране с продажами. Никто не приходит. Денег не в том дело, денег мне не надо, деньги я сам могу. Не останавливайтесь на этой мысли, продолжайте. Мясо дорогое. Мясо всю жизнь, сколько не существует хозяйства, было вырезано и на сегодняшний день. Не-не, давайте так. У нас вот отличный вопрос. Я, простите, перехвачу инициативу, потому что вы прекрасную подачу дали. Значит, дорогие россияне, говядина отличается от себя так же, как вино. Вот есть бормотуха, есть сухое, полусладкое, полусухое, белое. Вот говядина отличается от говядины. И есть говядина от отбракованных коров на бешбармак, а есть рибай от откормленных быков 600 килограмм. И поэтому у нас есть с вами холестериновое мясо с жирностью для жарки, а есть травяного откорма с омега-3, полезное как рыба. И поэтому, если говорить о том, что такое говядина, то это целый мир вкусов, целый мир откормов и целый мир разных подходов по породам, откорму и содержанию. И поэтому всю жизнь была дешевая браковка от молочных комплексов, которые в России 80% от производства. Потому что, ну, вот бедное несчастное животное не сегодня-завтра упадет, ну, мы его в суп. Откуда же цена? Поэтому так нельзя говорить. Ачитор Милконович Паршиян, председатель колхоза имени Шаумяна, пожалуйста. Роман Владиславович, вы сегодня второй человек, кто агитирует на разные темы. Я снова же как животноводство. Ну же, есть общеизвестная проблема с навозом. У вас есть решение этой проблемы? Да, мы говорим о том, что то, о чем я говорю сегодня, это не площадки накопления, это выгульные с пастбищным содержанием. Летние объемы, я понимаю, а зимой? Зимние пастбища. Можем показать, как это в Канаде, в снегу, в Северном Казахстане, в снегу. И поэтому сегодня мир давно, вот как вы говорите про технологии выращивания сортов, я вас уверяю, мы тоже не стоим на месте. И поэтому сегодня мясное скотоводство – это круглогодичное уличное содержание во всех температурных режимах, включая снег в метр высотой. Поэтому решаем. Решаем. Пожалуйста, Морозов Сергей Викторович. Давайте начнем с того, что у нас… мясокомбината. Я уже давно идею мясокомбината. Я представляю идею мясокомбината, сетка кооператива и так далее. Меня постоянно путаете. То есть я как бы сдаю мясокомбинат в аренду, на самом деле, выше. Сейчас возглавляю кооператив, возглавляю точно так же. Я директор России, 80 предприятий, 8 тысяч. Вас ваше родноводство перешел в это дело. Да, да, да. Ну, я просто хочу вас поправить. Здесь все сидят в зале, Ростовская область, Краснодарский край. Вы рассказываете о рыбасах. Здесь гектар 300 тысяч. Просто-напросто. Стоимость земли. То есть, при том, что мы там можем сейчас много рассуждать, но никак у нас есть. Здесь только что вот мой коллега рассказывал за то, что мы не можем добиться, чтобы вернули те земли для того, чтобы телят типа вырасти. То есть у нас хотя бы к этому вопросу вернуться. А здесь на юго-востоке, Краснодарский край, то есть там до 500 уже такой стоимость. Ну, Сергей Васильевич, вы меня прослушали. Мы с вами много лет назад говорили. Вот, я еще раз говорю, присутствующим здесь я за мясное скотоводство не агитирую. Я говорю о том, что, например, в Австралии, в Канаде и в США растениеводческие поля огорожены, и после уборки кормов, ну всех культур, которые есть, по ним следом за комбайнами идет скот. И речь идет о том, что в данном случае я говорю о том, что содержание маточного поголовья выпасами по стерне и по жневным остаткам уборки полей. Я против сегодня говорить о том, что на юге должны быть отдельные пастбища. Зачем? Земля дорогая. Но только если вы пускаете какую-то группу животных, и они подъедают то, что не убрали, или то, что осталось, по кукурузе в частности,
то вы используете эту землю вторично и берете дополнительные деньги, которые вами выброшены. Поэтому в данном случае это аккуратная донастройка растениеводческого бизнеса с целью извлечь дополнительную прибыль из той же дорогой земли на втором переделе после уборки растениеводческих культур. Не путайте никого на юге за мясное скотоводство, я не агитирую. Я агитирую за правильное использование ресурсов по максимуму. У вас соломы остаются? Вот загнали их на колду, и они стоят, солому едят, ждут, когда вы уберете. У нас просто к вам три вопроса, три пожелания, так как вы там ближе к человеку на три буквы. То есть вопрос первый, то есть это здесь нас тревожит это навоз, хранение навоза, утилизация навоза. Закон то приняли назад, то теперь опять за него, за навоз здесь все ругаются. То есть там есть формы работы, конечно, то есть у нас в кооперативе мы обменивались этим опытом, Зеленоградно помогал, то есть навозоворошение тоже выручает. Ну, у меня большая к вам лично просьба, вы говорите Китай. Ростовская область, Краснодарский край, ограничены по ветеринарии, но по поставкам на Китай. Заречная, Воронеж, Белгород, то есть они открытые зоны. То есть у нас по ящеру, к сожалению, надо называть вещи, но никто этим вопросом не занимается. Никто у нас здесь в регионе, в Южном, не занимается, чтобы нам ветеринария со временем открыла доступ на рынки Китая. Потому что если мы завтра, там, через 3 года, там, через 5 лет выйдем на новый уровень, то есть у нас, к сожалению, Китай скажет, мы не можем с вашего региона ничего покупать. То есть вот большая просьба. И там, третий вопрос, это для того, чтобы кто занимается выращиванием телят, чтобы реально там в правительстве посмотрели, сделали льготы максимальные для этих людей, потому что по мясному скотоводству, в принципе, его уже толкать не надо. То есть оно развивается и все будет хорошо. А с телятами очень большая проблема, которую надо реально, то есть как бы без поддержки государства здесь не обойтись. Сергей Владимирович, ну начиная с первого вопроса. Я специально упомянул, что Китай. Я сказал про Китай только для сравнения. Мне Китай не интересует. Я сказал о том, что сегодня наши партнеры, которые готовы покупать скот у вас, именно здесь, те, кто покупают сегодня его в таких же, да еще более жестоких условиях со стороны регионов, Алтайский край, Забайкальский край, да, то есть там, где тоже ограничения и регионализации, это Киргизия, Узбекистан, Казахстан. Страны, готовые покупать скот живой из регионов с ограничениями российских. И нам до Китая дела нет. Я просто сравнил. Теперь второе. Если вы внимательно следили, Минсельхоз Российской Федерации избавился от того, что Джамбулат Хизирович Хатуов запустил процесс, и из 76 видов дотации сделали в результате 2 поддерживающие, стимулирующие. Сегодня ее сделали 1 стимулирующую, точка. И поэтому Минсельхоз Российский окончательно, честно, это правильно, умыл руки и сказал, регион, губернатор, его зам, курирующий сельское хозяйство, министр определяет приоритеты. Что делать, что не делать, кому помогать активно, кому не помогать. И по поводу развивающего мясного скотоводства. Мясное скотоводство в России 1 200 000 коров, 450 тысяч из которых у Мираторга и 30 тысяч у Заречного. Я не понимаю, о каком развитии мясного скотоводства вы говорите, если поголовье России падает, а мясное скотоводство как не росло, но растет на 1% в год. То есть нам нужно, чтобы удовлетворить нужный спрос, 3 миллиона коров, у нас 1 миллион коров. И если мы даже по 1.5% будем ударно расти, сколько мы до 3 миллионов будем жить? Поэтому сегодня ситуация простая. Исключительно использование пожневных остатков, и это баланс количества скота к вашим полям, не массово, а именно столько, чтобы это не навредило. Уходит вопрос навоза, потому что это выпасное содержание, где навоз не концентрируется вообще, ну просто потому, что они все время двигаются. Вопрос по молодняку, к сожалению, это вопрос к региональным властям. И задача, о которой я сегодня меня зачем позвали, мне было сказано, а можно как-то придумать деньги из воздуха для растениеводов на отбраковке остатков? Собственно, я рассказываю один из вариантов. А агитировать я буду Дальний Восток, Сибирь. В мясное скотоводство. Спасибо. Алексей Вячеславович, с данным.
Ну, я хочу внести небольшую ясность, чтобы было взаимопонимание. Директор Шаумян, сосед его. Речь идет о мясном животноводстве. Ваши территории все должны быть огорожены электропастухами или, может быть, сеткой там. После уборки озимых культур, кукурузы, там еще что-то, молодняк выгоняется на эти пастбища и произвольно, самостоятельно ходит там. 3-4 месяца, пока он все это выбьет, уберет все пожирные остатки, но в то же время за 4 месяца у него вырастет хороший каркас, он наберет хороший вес, а затем его ставят только на откорм. На откорме должны быть физлоты. Я был в Чикаго, смотрел, как это все делается. При сахарных заводах огромные физлоты, при спиртных заводах, ну там все по-хозяйски. У них там на автомобиле едешь ни начала, ни конца. Везде физлоты, там, допустим, 200 на 200. И в этом физлоте 200 быков стоит. И кормораздача. Людей практически нет, все автоматически. И эти все физлоты заполнены быками. Единственное, что бык не кастрируется. У нас это не принято. Ну, у нас это принято у тех, кто занимается более массовым профессиональным изготовлением. Потому что кастрация быков – это важный элемент. Да, очень. У нас высокая цена на бугая настоящего. Тяжелое мясо, выход мяса, тут свои… Маркетинг. Да. Что касается, вы говорите, не можете сдать скот по 100 рублей. Вы откуда вы вообще? А? Екатерининский район. Какой? Не Клиновский. Бери по 100 рублей. Но вы меня убили вообще на повал. Цена живот. В вашем районе еще выше. А вы говорите, на черноземе почти быть сколько? Как 4 месяца держать скотину, а когда землю обрабатывать, когда она не сеет? Ну, бычка вы отбили от подсоса и пасите 4 месяца. Он достигнет 350. Нет, давайте, друзья. Я ставлю, подождите, это очень важно. Я ставлю его на откорм, догоняю до 600. И после 600 везу на мясокомбинат. И бычок 600 умножить на 220, если вы живым хотите, 132 тысячи. Если мясо вы хотите, это будет с НДСом 420 рублей. Ну куда краше, куда краше? А? Да он не рентабельный, он спасает все хозяйство. 8 месяцев мы живем на скоту. А зерно продано на третий день после уборки по высокой цене. Оставили 16 рублей, чтобы откормить быка, фуражную пшеницу. Алексей Вячеславович сказал уже, что пшеница получается 22 рубля. Бычка сегодня покупают на Востоке, из Хакасии завозят. Бычок 55-50 тысяч. Бычок 4-месячный. Деньги на дороге валяются. Наклонитесь и подберите. Спасибо.